Доброго дня. Сьогодні у нас дуже чудовий день для того, щоб провести очередной тімбілдинг з невеличкою компанією молодих людей, навчити їх користуватися зброєю та з користю провести час. Здорово. Ми приїхали на полігон, і на полігоні першочергово потрібно нам, як жарти жартами, але ми повинні уїхати в тому ж кількості людей, скільки сюди і приїхали. Добро? Добро. Добро. Тоді підемте знайомитися із зброєю і починаємо наш чудовий день. Там происходит постріл. Зброя сама по себе перезарядиться. Ми тримаємо ще палець, плавно відпускаємо до щелчка. Є щелчок. І далі ще раз плавно нажимаємо. Чим плавніше ви будете це робити, тим більш вірогідні того, що ви будете влучати. Якщо будете отак от робити, максимум, куди ви влучите, це рикошетом собі в живот. Все. Готові? Добро. Молодець. Мушку з целиком увидел, плавне нажатие на спусковой гачок. Дальше. Ты ж не попал, конечно. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Вот такие ребята, они не могут понять. Хуя, Ну, это да, тот 7 попал. А, ще 10 попав? Давай порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так? Ну можеш сфоткати, потім фотки посмотрим, хто це, хто лучшу групу робить. Діма, ти спати хочеш? Я ні. Сфоткай, сфоткай. Я хочу постріляти. Так, погнали в лес охотиться. Ди, погнали в лес охотиться, еду добывать. Вот же лес, грибы собрать. Пятисекундные вспышки, а там 7 или 8 секунд. И он такой, граната, ложится такой, считает 5 секунд. Поворачивается, говорит, да это фальшивка. И прямо на ней смотрит, как уебало ему контузило нахуй, короче. И он должен был вынести с окопа, выносили его. Так, ладно, пойдемте дальше. Дима там пристрелил 308 калибр, завтра, зараз подивимся на него.
Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Чтобы они все внимательно смотрели на твой телефон, вот никто не отвлекался. Все, погнали, сейчас будем с этой винтовочкой работать. Я следующий. Вот это тема, да? Нет инвестора. Заряжать так же, как и любые. Нормально так, короче. Слева от этих дощечек. Ты можешь найти любую мишень. Смотрите, подходите все сюда. Ну, в первую очередь мы сейчас смотрим на работу над мишенями. Там с другой, смотри, там ты не увидишь, обходи с другой стороны, чтобы ты тоже все видел, блядь. Мы смотрим, первое, что мы сейчас, мы ознакомимся в первую очередь с работой с прицелом, так как вот у нас есть снайпер, да, в игре. И как работать с прицелом, как его пристрелить. Пока вы там занимались, мы пристреливали эту винтовку. Здесь есть вот такие правки. Как она вообще пристреливается? Посмотрим. А это светошумовая граната. Это светошумовая граната, чтобы вы знали, как она работает. Я уже думал, ну хана, у меня сзади тепло было немного. Хорошо, но левое тело полностью, короче. Я думал, все же сохранял и сказал. Хуя там. Я думал, прилет. Ну, это дыма попросту. Я ж согрелся на руку. Глаза, давай. Вам велике за те, що ми всі дотримувалися правил безпечного поводження зброї, ніхто не пострадав. Всім велике подяка і шани за те, що ви швидко навчилися уражати мішень на 100 та 200 метрів. Тому дякую вам, чекаємо вас заново, колись ще.